из Дудерштадта. Приехали в Дудерштадт на почту. Надо получить посылку. И вот уже увидели эту почту, красивое угловое здание. Вот это здание почтам. Рядом фахверные дома, мои любимые. Магазин книг, книжный магазин, сейчас обязательно зайдем. И вот на углу еще красивое здание, очень красивый вход. Сейчас перейду на эту сторону и обязательно покажу. Вот подошла к этому зданию поближе. Посмотрите, какой красивый вход. И год 1680. Вот так вот, в таких красках все прекрасно сохранилось до наших дней. А впереди Бюхер, книжный магазин. Интересно зайти в книжный магазин и посмотреть. Перед входом открытки. Здесь вот с животными и с цветами. Сколько стоит евро? 20, 2,50, рубль 80. Вот. И зайдем в книжный магазин. Алло. Книжный магазин. Не знаю, можно снимать или нет. Вот тут на входе. Сейчас сниму, а дальше спрошу. Алло. Среди прочих книг муж заметил вот эту книгу. Говорит, что когда были с дочкой в Милане, видели такую книгу, но на итальянском языке. Вот что мы еще увидели. Видели украинская мова. Deutschland, Германия. И визуальный словник. А вот сейчас посмотрим, что это такое. Это учим слова по картинкам. По картинкам. Украинское слово, немецкое слово. Как интересно. Вот в таком плане. Вот нашли среди прочих и такую книгу. А на этих полках литература, книги о городах Германии. Вот в частности о городе Дудерштадт. О истории создания, исторических памятниках, средневековых замках. И карты, схемы, и путеводители. Все можно здесь найти. А я прохожу в отдел детской литературы. Мне очень интересно посмотреть. Потому что 20 лет я проработала в детском магазине, и среди прочих товаров мы продавали и книги, детскую литературу. Вот здесь тоже я нашла мягкие игрушки. Вот эта книжка наверху, «Божья коровка красная», ее можно погрызть, покусать и покупаться можно с ней. Это книжка с мягкой игрушкой, с зайкой, красота. Это с мишкой, с прорезью видно. Разного формата, разного размера, но все яркие, красочные, красивые. Вот эта книга для самых маленьких читателей. Посмотрите, какие у нее толстые страницы, чтобы малышу удобно было переворачивать. Но справедливости ради хочу сказать, что у нас в Харькове есть книжное издательство «Ранок». И у них очень большой выбор детской литературы. Тоже красивой, красочной и интересной. Мы вышли из книжного магазина, и перед нами все те же фахверные дома. Красивые и один на один не похожи. Если по этой улице пройти вперед, прямо вперед, то мы выйдем на главную улицу города Дудерштадт. А на ней увидим здание ратуши.
Вот прям сразу упираешься в это здание. Ратуша в Дудерштадте одна из старейших Германии. И вот прям перед зданием находится, вернее, стоит вот, вот такой вот столб. Сейчас мы его увидим. Он называется позорный столб. Здесь отбывали наказание за мелкие нарушения, так сказать. Если ты пас скот на чужом пастбище, тебе, значит, надевали ошейник вот этот, и час-два ты стоял на самом видном месте. Представляете? За более тяжкие преступления была смертная казнь или тюремное отбывание, а за мелкие вот так стоял перед ратушей на самом видном месте. Эта лестница вот так красиво украшена резьбой. Здесь и фрукты, и овощи, и цветы. Все выкрашено красками разных цветов, ярко и пестро, все бросается в глаза. И, конечно же, цветы. Очень красивая герань. Ратуша первоначально была построена как торговый дом. Она служила рынком для купцов и торговцев, была центром буржуазной жизни. А глубоко в ее стенах скрыта камера пыток. Представляете? Сегодня это здание ратуши, это культурный центр. Вот балкон красиво украшен геранью. Верх фахверная постройка. И вот такой арочный вход. Тоже в здание. Рядом со зданием ратуши мы видим церковь святого Кириака. Вот с двумя шпилями, которые высоко уходят в небо. Красивое историческое здание. А напротив этой церкви, в другом конце улицы, вот сейчас мы увидим церковь с одним шпилем. Это церковь святого Серфатиуса. И вот эти шпили и шпили ратуши, они образуют безошибочный силуэт города Дудерштадт. А это памятник 12-метровой высоты, называется колонна Марии. В 1711 году городской пастор возводит колонну Марии. Вот такую красивую. И на пьедестале памятника молитва, в которой есть такие слова. «Приветствую Царицу Небесную, приветствую Леди Ангелов, привет тебе! Мир стал светлым». Пройдя от этого памятника, вот мимо опять же этих фахверных красивых домов вперед, чуть-чуть вперед, не доходя до церкви святого Кириака, работает вот такой фонтан. Мы часто бываем в городе Дудерштадт, но вот этот фонтан работает не всегда. Вот, показываю поближе церковь святого Кириака. Она красива не только снаружи, но и очень красивая внутри. Мы обязательно там побываем. И вот возвращаюсь к фонтану, который на нашу радость сегодня работал. Вот фонтан почему-то работает не каждый день. Может, по какому-то расписанию или, не знаю, или в жаркие только дни. Но вот видим первый раз, но не каждый раз. Вот здесь видим фигуры львов, фигура кабана вот там есть. Наверное, что-то они символизируют, не могу вам сказать. И вот такой фонтан, своеобразный, оригинальный фонтан, служит украшением главной улицы города. И здесь мы читаем, видим, что он был установлен не так уж и давно, в 1997 году. Вот так вот сегодня мы прогулялись по небольшой части города Дудерштадт, показала вам этот город красивый, светлый, чистый, зеленый, с цветами. Сами получили удовольствие. И надеюсь, что это настроение, эти положительные эмоции передались и вам. А мы возвращаемся в город Мингероды. Всего доброго. До свидания.